Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нюрашворд. Сегодня 17 апреля, 53-й день активной фазы войны, которую ведет путинская Россия против Украины. Время 18:38 по киевскому времени. И у нас на связи с украинского фронта Руслан Рогованов. Добрый день, Руслан. Добрый день. Я просто с Украины. Вся Украина. Понятно. Друзья, я прошу отнестись с пониманием к тому, что сейчас вот это действительно работа в полевых условиях, поэтому могут быть перебои со связью. Руслан, первый вопрос. Пришло сегодня сообщение о том, что было днем, значит, 3 часа назад обстрелян центр Харькова, 5 людей погибли, 13 получили ранения, но мнения разделились. Вот то, что я читал. Причем это мнение от украинцев. Кто-то говорит, что стреляли по принципу, по площадям, на кого Бог пошлет. Кто-то пишет, что прицельно били по жилым кварталам. Твоя информация. Юр, скажи мне, пожалуйста, это принципиально или нет? В общем-то, нет, но если они прицельно били по жилым кварталам, это очень плохо, то еще хуже. Смотри, что такое Харьков? Это промышленный центр. Да. Со времен Советского Союза. Да. Очень серьезно. Фактически в центре Харькова находится промплощадка. А, вот как, я этого не знал, что промзона в центре Харькова. Промзоны прямо в центре Харькова. Но, учитывая то, что, давай говорить так, то есть в обладминистрацию, уже в обсовет было попадание, то есть куда они целились, большой вопрос. Целились прицельно по обладминистрации, либо по промышленности, это большой вопрос. Ну и также по всем остальным фактам. То есть то, что Россия может себе позволить очередной раз стрелять по гражданским, они это делают. Вне зависимости от того. То есть и здесь я не вижу смысла в колупании, они... Специально по гражданским стреляли или нет? Они вообще по гражданским стреляют, априори. Понятно. Следующий вопрос. По сообщению ТСН издания, значит, россияне начали, это они ссылаются на военных экспертов, экономить боеприпасы. И опять же мнения разделились. То ли у них действительно их не хватает, то ли они... экономят для того, чтобы подготовиться к новым боям. Твоя точка зрения. Юра, во-первых, они ни хера не экономят. Угу. Делают свет как копеечку. Буквально ты позавчера или вчера мне задал вопрос, нахера было стрелять в птицефабрику. Угу. Да. Ну, то есть никакой экономии патронов речи, ни о боеприпасах, никакой экономии боеприпасов речи быть не может. То есть белый свет как копеечку хренячат почем только может. А если сократилось количество где-то ударов, да, то это, скорее всего, говорит о том, что просто идет дислокация подразделений, да, и они там в одном собираются, в другом наступают, ну и так далее. То есть говорить о том, что стало меньше, наверное, мест стало меньше, где они применяют, но это не касается ракетных обстрелов. Ракетные обстрелы... Понятно. Спасибо. Следующий вопрос. Сегодня Телеграм СБУ «Новины» опубликовал очень интересную информацию о том, что были пойманы 5 вражеских агентов и также доставлены в Киев 2 коллаборантов с Херсонщины. В частности, были пойманы агенты в Одессе, Киевской области, на Херсонщине, Днепропетровской области и Николаеве. Я, конечно, понимаю, что СБУ работает великолепно, но вот здесь у меня вопрос уже как к правозащитнику. Как от правозащитника, не скатится ли СБУ до репрессий? Сейчас во время войны они работают четко, а репрессии там не ожидается, что ну, ляпнул человек что-то не то, 2-3 неосторожных слова. Юра, давай говорить по-другому. А могут кто-то зацепить, который в принципе не виновен? Ну, наверное, вряд ли, потому что просто так тоже не приходят, да? Более того, они ведут профилактические беседы. Mm-hmm. То есть профилактики очень много.
Соответственно, говорить о том, что они кого-то просто так взяли, не приходится. Mm-hmm. Вообще не приходится. Поэтому здесь нет охоты на ведьм. Да, вот это здесь очень важно, чтобы работа. Не было охоты на ведьм. Здесь нет. Я просто тебе объясняю. Здесь нет охоты на ведьм. Есть предметная работа четкая. Да, может быть, с какими-то перегибами, там, у кого-то может... Но опять же, ты понимаешь, эти перегибы в большей степени личное восприятие работы из рук. То есть, если тебе пришли профилактическую беседу, провели и что-то рассказали, это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что ты позволил что-то сделать себе такое, что они к тебе пришли. Но они же тебя не привлекают к уголовной ответственности, еще к чему-то. То есть, да? А более того, я тебе пример приведу. Там, по тому же Погребинскому, который там был политтехнологом Медведчука, а сейчас уже за границей находится, да, и так далее, и так далее. То есть мы явно видим, что нет охоты на ведьм. Mm-hmm. Есть работа, есть системная работа, есть профилактическая работа. Но вот охота на ведьм и сказать, что вот просто тут все не понравилось, либо сейчас отжимаю бизнес, ну такого нет. Ну вот это очень важно. Кстати говоря, вот по поводу работы спецслужб, Руслан, друзья, ну я не могу этим не поделиться, но это просто песня. ФСБ арестовала полковника так называемой ДНР Басурина за раскрытие данных по химатаке. Родина бросит тебя, сынок. Ну, ребята, ну это же просто песня. Вот сколько раз вам говорить. Ну, не сотрудничайте вы с ФСБ. Не ведитесь вы на это. Вот сколько раз, но вот вам этого мало? Извини, Руслан, но я не мог. Это не... Нет, правильно ты все говоришь. Ну, сколько раз говорилось. И говорилось, в принципе, понимаешь, я тебе больше скажу. И Басурину, и многим из них говорилось это все еще в марте, в апреле 2014 года. Минздрав предупреждал, курение опасно для вашего здоровья, как говорится. Ну, а что вы хотите? Поэтому я сейчас... То есть, без слов. Понятно. Он заслужил. Я буду надеяться, что все-таки ФСБ найдет причины для того, чтобы... продолжить свою работу в отношении коллаборантов, которые предали Украину. Понятно. Облегчают работу СБУ. Ну, не, ну а что? Нужна кооперация. Руслан, теперь о общей обстановке на украинском фронте. Первый вопрос. Мариуполь. Первый вопрос. Юра. Ну что, ну ты же видишь сам, даже по сводкам России, несмотря на то, что они там взяли пленных, они там взяли кого-то, арестовали из англичан, добровольцев, рассказывают, что это наемники там и так далее и тому подобное. Я просто напомню, что разница между наемниками и добровольцами заключается в том, что добровольцы не получают, их не нанимают. Это вот России наемники, да, которые нанимают за деньги. Добровольцы воюют за идеологию. Поэтому это не наемники далеко. Но, тем не менее, то есть, несмотря на количество пленных, которые они показывают, они сегодня рассказывают о том, что порядка 1000 человек они захватили, но, тем не менее, показывают только узкий круг и узких людей. То есть, и тут нужно понимать, что, скорее всего, там завышенные цифры, хотя много, действительно много. Много, потому что закончилась БК, много, потому что выходили, много, потому что решили сдаться, там, неважно по каким причинам, то есть, но Мариуполь не взят. Понятно. Мариуполь нельзя. Они же сами говорят. Они же сами говорят. То есть не надо же там, ну, можно сказать, что там Украина, нет. Ну, они же сами констатируют, что они не могут Азовсталь взять. Они сегодня давали, они на сегодня давали, говорили ультиматум по поводу того, чтобы Азов вышел с белыми флагами, сдался, по сути дела. Но не было этого. Вообще, честно говоря, вот этот полк Азов, это станет, во-первых, это уже стало лучшее спецподразделение мира, а во-вторых, это, я так думаю, это будет символ во всем мире, в любой армии мира, как символ героизма. Азов на сегодня повторяет историю Спарты и завоевания македонским Филиппом Спарты, да, когда они пришли... Не мне,
к сердцам. Сегодняшний ультиматум. Но не важно. Сегодняшний, нет, я не за Ксерца, я именно за Филиппа Македонского, когда он подошел к Спарте, у него было, то есть вы там сдаетесь, если я, или якщо украинскую мову, якщо я там ударю по стенам, разрушу, якщо я, то есть они ответили одним словом. Если. Якщо. Якщо. А, да, то есть фактически то же самое сегодня произошло в Мариуполе, да, то есть если, ну, то есть если мы взорвем, если мы это, ну, то есть если, да, и это если, это глобально. А теперь по поводу самого Азова и, наверное, его роли в истории. Ну, смотри. Во-первых, Япония исключила из списка террористов. Более того, Япония объявила, что подвиг Азова войдет в кодекс Бусидо. А вот это очень серьезно, кстати. То есть подвиг Азова войдет как подвиг самурая. Да. Это серьезный вопрос и для культуры японской, я напомню, та, которая формирует потом, прежде всего, электронную культуру общемировую, это очень важно. Да, это совершенно верно. Далее, я прошу прокомментировать какие-то странные сообщения про кремлевских СМИ о том, что чуть ли не пошло наступление на Одессу, бомбежка Одессы. Что там с Одессой и Николаевым? Скажи, есть, вот, чтобы не было сомнений. Ты мне скажи, какими кораблями пошло наступление на Одессу? Теми, которые спрятались за Крымский полуостров? На сегодня запретили кораблям, то есть ВМФ России, выходить из портов до того, пока не будет полностью разобрана ситуация с Москвой. Запретили. Наступают они кем? Призраками? Или, блядь, перепрыгнули с Херсона в Одессу? Или как? Или они выходят с Приднестровья? Ну так мы же сразу предупредили. Любой выход из Приднестровья будет нанесен удар. Я ничего, я просто спросил. Я тебе просто объясняю. То есть, здесь, хорошо, да, согласен. Ну окей, да. А как? А как? Понятно. Идем дальше. Общая обстановка на фронте. Изменилась стратегическая ситуация? Нет, обстановка стратегически не изменилась. Продолжается. Ждем, в принципе, со дня на день. Возможно, наступление на востоке. Но вот, может быть, завтра, может быть, послезавтра. В общем, со дня на день. Но мы готовы. Понятно. Как настроение хлопцев? Все хорошо. Мы работаем. Понятно. Так что ждем помощи, ждем подмоги. Мы работаем. То есть будем идти до конца. Понятно. Руслан, спасибо огромное за оперативную информацию. Друзья, я прошу понять правильно, что Руслан сейчас на фронте, поэтому могут быть сдвиги по времени. Тут прошу отнестись, Юра, к этому с пониманием. Я не на фронте, я в Украине. Вот хорошо. Это верное замечание. Ты на своей земле, и хлопцы на своей земле. А пришлые, они незваные гости. Вот если просто приезжать в Украину, я так думаю, в качестве гостя, я так думаю, мы все насладимся украинским гостеприимством. Это будет нормально, это будет хорошо. Только в карты в Одессе играть не садитесь. Это пожалуйста. Вот. Но не надо ходить в Украину с оружием и устанавливать там свои порядки. Будет нехорошо. Понимаешь, тараканы не могут установить свой порядок для людей. Тоже правильно. Они когда не приходят в дом, ты же их просто уничтожаешь, то есть просто тупо бьешь тапком. Да. Ты испытываешь к ним ощущение, то есть это, ну, мерзость, да, ты ж не боишься их, тебе просто неприятно. Ты не воспринимаешь их как что-то целостное. Ну, вот то же самое, все. Тапки работают. Согласен. Ну и поэтому с особым удовольствием говорю, слава Украине! Усе буде Україна і перемога буде за Україну. Амінь.
До встречи, друзья. Подписывайтесь на канал Юра Шорт, подписывайтесь на телеграм-канал. До завтра.